Вот такие крутые гаджеты для кемпинга и выживания ждут тебя в этом видео. И по традиции в конце видео будет конкурс. Поехали! Всем привет, друзья! Наконец-то наступила весна, по крайней мере в календаре, потому как погода за окном явно намекает, что зима просто так не сдастся. Но все же надежды на скорую теплую погоду меня не покидают. А где теплая погода, там и посиделки у костра на природе. И чтобы вам было комфортно и безопасно себя чувствовать в ваших походах, я подготовил для вас большую подборку из 30 товаров для кемпинга, охоты и выживания с сайта AliExpress. Все ссылочки на товары и кэшбэк есть в описании. И как всегда в конце видео будет традиционный конкурс. Приятного просмотра! Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк-сервисом Letyshops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Совершайте покупки как обычно и получайте часть денег обратно. Выводите средства любым удобным способом и тратьте на свое усмотрение. Регистрируйтесь на сайте letyshops.com и получите премиум-аккаунт в подарок. И первый товар у нас сегодня – это небольшой и легкий светодиодный фонарь в виде обычной лампы накаливания. Фонарь станет незаменимым аксессуаром для отдыха на природе в вечернее или ночное время. Прекрасно подойдет для освещения небольшой площади, например, в палатке. Также может использоваться для кемпинга, лодки, багажника, гаража или просто в качестве карманного фонарика. Наличие на задней части крюка позволяет без труда закрепить его в нужном месте. Кнопка включения размещена на боковой стороне фонарика и позволяет переключать режимы работы. Данный фонарь имеет три режима свечения – яркий, средний и стробоскоп. Переключение режимов производится последовательным нажатием на кнопку. Годный комплект 6 в 1 для готовки в походе. Все предметы складываются в миниатюрную печку-спиртовку. Этот кемпинговый набор посуды предназначен для одного или двух человек. Изготовлен из анодированного алюминия, твердый и легкий. Чаша может быть использована в качестве крышки. Компактный размер. Подходит для кемпинга, пешего туризма, альпинизма, пикника и других мероприятий на свежем воздухе. Набор включает в себя кастрюлю на 0,9 литра, чашу с крышкой 450 мл, подставку, базу, стекло и полотенце. Водонепроницаемый тактический рюкзак на 40 литров. У рюкзака два больших отдела с молниями. В основном большом отделе есть карман с креплением липучка для планшета или ноутбука. Второй отдел поменьше с тканевым карманом. В третьем маленьком отделе предусмотрены карманы для телефонов и фронтальный карман на молнии. Мягкая вентилируемая спинка, боковые грудные стяжки, ручка для переноски рюкзака. С помощью крышки рюкзака можно крепить туристическое снаряжение, спальник или коврик. Для этого есть регулируемые крепления с застежкой. Сделан рюкзак из качественного водонепроницаемого полиэстера. Водонепроницаемый складной фонарик со встроенной солнечной панелью или динамомашиной, от которой можно заряжать телефон. Светить фонарь без подзарядки будет 4,5 часа, после чего его следует полностью подзарядить через любой источник питания, не включая при этом. Если действие происходит в лесу, где нет ни розеток, ни USB кабелей, вам поможет встроенная динамомашина, которая заряжает фонарь за счет ручной тяги. В корпус фонаря встроен аккумулятор на 360 мАч. Маленькая универсальная горелка с тремя форсунками, с большой емкостью для газа и предохранителем. Больше подходит для ювелирного дела, ремонта хрупких программных плат, быстрого разогрева веществ, разжигания костра и быстрого накала угля. Горелка с пьезоэлементным механизмом и индикатором уровня газа, заправляется газом. Легкость и малый размер позволяют удобно транспортировать как в кармане, так и в небольшой сумке. Температура пламени достигает 1300 градусов. Складная силиконовая миска для путешествий, изготовлена из гибкого качественного силикона, благодаря чему легко складывается и раскладывается. На дне находится специальная прорезиненная полоса, которая препятствует скольжению миски. Очень удобная складная миска неоднократно выручит вас в поездках или путешествиях. Она изготовлена из прочного силикона, благодаря которому легко принимает очень компактную форму и занимает минимум места в багажнике. Гидравлическая автоматическая палатка, 4-местная, устанавливается за 15 секунд.
Главная особенность палатки – это установка в трех вариантах – пляжный тент, легкая внутренняя палатка и закрытая палатка в сборе с тентом. Подходит и для пикников, и для туристических походов. Палатка изготовлена из прогрессивных материалов с высокой влагоустойчивостью и стойкостью к внешним воздействиям. Ткань тента пропитана полиуретановым покрытием и выдерживает 3000 мм водного столба. Пол палатки изготовлен из прочного материала, который удержит воду даже в проливной дождь. Браслет выживания из паракорда со свистком и огневом может эффективно использоваться туристами, военными, людьми, любящими экстремальные виды спорта. Браслет выживания из паракорда 3 в 1 – это свисток, которым можно привлечь к себе внимание. Огнево, расположенное в застежке браслета, и 4 метра веревки. Он позволяет развести огонь в походных условиях при наличии минимальных навыков даже после пребывания в воде. При желании можно снять оплетку и использовать нити шнура как леску, очень прочную нить для ремонта одежды и обуви в полевых условиях. В случае экстренной ситуации вы за секунды сможете получить из браслета на руке длинную веревку, которую можно использовать как вам необходимо. Например, крепление груза, наложение шины на поврежденную конечность, жгут для остановки кровотечения, мелкий ремонт, замена шнурков, веревка для сушки вещей и так далее. Паракорд выдерживает разрывную нагрузку в 240-250 кг. Комфортно почаевничать на пикнике или в кемпинговом лагере вам позволит металлическая термокружка с карабином на 220 мл. Компактная и практичная посудина, изготовлена из пищевой стали, которая устойчива к коррозии. Изюминкой представленного элемента туристической посуды является ручка в виде карабина. Она выполнена из алюминия и не нагревается, даже если в термочашку налить кипяток. С помощью карабина термокружку можно закрепить на рюкзаке или ремне. Складная корзина для пикника, ну или по грибы сходить. Просто незаменимая вещь в хозяйстве. В дороге, на отдыхе, пикнике и просто в походе на рынок и в магазин. Такая корзина выручит вас всегда. Также корзину можно использовать при походе по сбору грибов или ягод и пеших походов. Это делает ее просто незаменимой вещью для активных и динамичных людей. Она послужит хорошим помощником при ведении домашнего хозяйства. Подойдет для использования как взрослыми, так и детьми. Походная разборная печь-щепочница исполнена из очень качественной нержавеющей декорированной стали толщиной 1 мм, собирается и разбирается за считанные секунды. Удачный вариант для лесных вылазок, пеших походов, велотуризма, а также ее можно брать на рыбалку, охоту, для готовки или подогрева пищи. Щепочница занимает очень мало места. Топить ее можно мелкими щепками, ветками, сухой листвой и травой. Очень мобильно, компактно и является более эффективной, нежели чем огонь на открытом пространстве. Тактический чулок оснащен по последнему слову экипировки. У него есть внутренний карман с молнией, пряжки, ленточные крепления для подвешивания подсумков и Д-кольца для крепления разных предметов и карабинов. Помимо этого присутствует карман с утягивающейся горловиной, крепление и пряжками Fastex, удобная ручка для переноски и карабин на прочном ремне для подвешивания. Чем наполнить подобный носок, зависит только от вас. Например, в него влезает компактная индивидуальная аптечка, фонарик да пара запасных магазинов. Маленькая складная ножовка. Идеально как для различных плотницких работ, так и для работ в саду. Она одинаково хорошо справляется с распилом досок и реек, а также с сучьями и ветками. А удобная и приятная на ощупь рукоять из полиамида исключает возможность получения травмы во время работы. Складная конструкция существенно продлевает срок службы лезвия. Малый размер и вес делают пилу нетребовательной к хранению и транспортировке. Камуфляжная сетка «Укрытие» сделает тактическим любое место своего пребывания. Такие сети станут полезными при охоте, рыбалке или различных военных играх, как, например, пейнтбол. С их помощью вы можете быстро соорудить шалаш или укрытие, или можете использовать их в досуге, как эстетичную изгородь или же часть летней беседки. Такая сеть – это надежное укрытие от ветра или от мелкого дождя. Она будет вам полезна как в быту, так и на отдыхе. Туристический коврик выполнен из вспененного полиэтилена. Идеально подойдет для мамочек с детьми во время прогулок по парку или в туристических походах. Его очень удобно использовать в больших кемпинговых палатках, где размер спального места достаточно велик, а использование стандартных туристических ковриков сопряжено с некоторыми неудобствами. Также незаменим такой коврик в качестве подстилки для пикника. Изделие удобное, компактное и легкое.
Водонепроницаемый и противоударный Powerbank больше, чем просто портативная зарядка для телефонов и планшетов. Ударопрочный внешний аккумулятор позволяет в любой момент без доступа к розетке зарядить ваш планшет, телефон, плеер, навигатор и другие гаджеты, заряжаемые от USB-порта с двумя выходами и силой тока 1,2 ампера. Его хватит, чтобы зарядить любой энергоемкий смарт-девайс со входом 5 Вт на максимальной скорости. Наслаждайтесь большой емкостью 20 000 мАч, достаточной для зарядки большинства телефонов несколько раз. Создан обеспечивать экстремальную мощность экстремальному пользователю, чувствуя себя комфортно в суровых условиях, от больших высот до морских глубин. Портативная газовая горелка с пьезоподжигом, вмонтированным в курок горелки, предназначена для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Питается горелка от одноразового газового баллона массой нетто 220 грамм с газовой смесью бутан, изобутан, пропан. Газовая горелка имеет легкий вес, так как произведена из твердых сплавов. Специальная уплотнительная резинка предотвращает утечку газа зимой и летом. Газовая горелка оснащена регулировкой газовой струи и насаживается сверху на баллончик. Перед началом работы с газовой горелкой необходимо ознакомиться с мерами предосторожности и инструкцией по эксплуатации на упаковке горелки. Флешка в виде силиконового браслета не только максимально функциональна, но и прекрасно смотрится на руке, сохранит нужную информацию, где бы вы ни были, в любую погоду. Надежный замок не позволит флешке-браслету упасть с руки. Данные на накопителе всегда будут доступны владельцу. Практичные и долговечные флешки-браслеты полностью отвечают требованиям самых взыскательных пользователей по своему прямому назначению. Бывают ситуации, что в походе вам нужно иметь надежный хранитель с данными, и именно такая флешка выручит вас в подобных ситуациях. Носки из материала CoolMax. Волокна CoolMax в сечении имеют необычную круглую форму и состоят из 4 каналов. Благодаря материалу быстро отводят влагу от ноги, что повышает уровень комфорта. Также различные зоны плетения позволяют носку плотно сидеть на ноге, не сползать и не перекручиваться, и создает некий микромассаж, улучшающий кровообращение, благодаря чему ноги меньше устают. Сохнут такие носки быстрее своих хлопковых аналогов, поэтому подходят для туризма и занятия спортом. Ледоходы для обуви. Это специальные насадки на обувь из морозоустойчивой резины, которые предотвращают скольжение на льду. Как известно, падение зимой в гололед может привести к множеству серьезных последствий, начиная от вывихов и переломов и заканчивая травмами позвоночника. Антискользящие насадки эффективно предотвращают падение в гололед и берегут ваше здоровье. Внешне антигололедные накладки представляют собой эластичную подошву, оснащенную шипами. Резина не теряет своих свойств даже при очень сильном морозе, а из износостойкие шипы прослужат вам не одну зиму. Ланчбокс с функцией подогрева. С такой штукой можно выехать на природу или совершить небольшую поездку. Контейнер легко моется, так что вы можете приготовить его к дальнейшему использованию в любой момент, если найдете простой кран с водой. Основная емкость контейнера разделена на две части, чтобы можно было использовать его для двух разных блюд. В меньшую по размеру часть можно поместить специальный прозрачный контейнер с крышкой. Нижняя часть контейнера – нагревающая платформа. Сбоку расположено гнездо для шнура питания, которое закрыто удобной силиконовой заглушкой. Внутренняя часть ланчбокса выполнена из медицинской стали, работает от обычной розетки, быстро подогревает содержимое. Функциональный и надежный карманный ножик Multitool, незаменимый помощник как на рыбалке, в походе, так и по хозяйству. Выполнен из нержавеющей стали, выглядит красиво. Включает в себя 13 различных элементов. Это и стандартное лезвие, и небольшие ножницы, и различные пилки, и многое другое. При этом длина ножа в сложенном состоянии всего лишь 9,5 см. За счет удобного карабина легко может быть подвешен на ремень, рюкзак, карман, либо на любое декольцо. Необходимая вещь для любителей туризма. Тактический томагавк представляет из себя среднеразмерный топор со слегка изогнутым лезвием в сочетании с заостренным наконечником с противоположной стороны. Прекрасно подходит для вырубки зарослей кустарника, рубки дров, пробивания отверстий и выполнения других работ по обустройству лагеря. Лезвие с антикоррозийным антибликовым покрытием надежно крепится к рукоятке при помощи болтов. Нейлоновый защитный чехол с креплением на пояс обеспечивает удобное ношение томагавка.
походная посуда. Портативный набор туристической посуды на 2 персоны пригодится на любом отдыхе на природе, рыбалке или походе. В набор входит кастрюля, сковородка, панкрышка, чашка, ложка, поварешка, губка и сетка для транспортировки. Для удобства пользования есть складные ручки на кастрюле и сковородке длиной 10 см. Сделаны кастрюля со сковородкой из анодированного алюминия, из-за чего сажа не прилипает и не будет пригорать пища. Вес набора 416 грамм. Защитный экран для походной кухни. Защищает от ветра туристические горелки. Даже небольшой ветер значительно увеличивает время готовки, что вызывает перерасход топлива. При сильном же ветре приготовление пищи может стать вообще невозможным, поскольку в газовой горелке пламя просто гаснет. А при использовании наших дровяных печек такой ветер уводит пламя в сторону от котелка. Применение экрана сэкономит топливо и нервы, а также уменьшает время приготовления пищи. Экран можно установить вокруг горелки и закрепить на землю с помощью двух специальных выдвижных колышков. Газовая горелка. Самое удобное, легкое и компактное приспособление для приготовления пищи практически в любых условиях. Не везде можно разводить огонь. Это особенно касается путешествий за границей или пожароопасных районов, где не всегда можно найти дрова или они могут оказаться мокрыми. А на газовой горелке можно сварить еду, прямо сидя в палатке, когда снаружи идет снег или дождь. Горелку удобно использовать и в дневных переходах, когда хочется быстро приготовить чай. Предназначена горелка для использования с баллонами резьбового типа. Горелка с низким центром тяжести, достаточно устойчива. В комплекте идет футляр. Стальной нож-гарпун. Инновационный нож для выживания с клинком в форме гарпуна. Несмотря на необычную форму, нож может использоваться в качестве копья, стрелы, гарпуна и, естественно, как режущий инструмент. Ручку можно обернуть шнуром для удобства захвата. Полная длина ножа составляет 20 см. Лезвие длиной около 8 см. Изготовлено из стали марки 1095 со специальным покрытием, придающим дополнительную прочность. Ручку можно обернуть шнуром для удобства захвата. Нож выкован таким образом, чтобы его можно было присоединять к древку, чтобы получилось копье или гарпун. Кемпинговая светодиодная лампа с солнечной батареей и универсальной USB-зарядкой для телефона. Может заряжаться как от сети 220 вольт, так и от солнечного света. При помощи встроенного USB-порта от фонаря можно зарядить любой телефон, планшет и так далее. Имеет 8 LED-диодов. Время свечения с одной зарядки более 6 часов. Отличный вариант как на случай временных отключений, так и на природе. Света хватает для освещения помещения более 20 квадратных метров. При транспортировке складывается. Переносное складное солнечное зарядное устройство. Преобразование солнечной энергии до 21-24%, в отличие от иных устройств, у которых 15% и меньше. Имеется Power 3S технология на два USB-порта, что позволяет подзаряжать одновременно два устройства. Солнечный аккумулятор оснащен автоматическим перезапуском. То есть, если не хватает солнечного света, ночь, тучи или сумерки, то зарядка прекращается. Но при возникновении благоприятных условий автоматически продолжает работу по зарядке. Миниатюрность зарядного девайса дает возможность прикрепить его к рюкзаку, сумке, велосипеду и так далее. Самый маленький в мире тактический нож. Изготовители постарались создать качественный миниатюрный тактический карманный нож, который может выдержать самые жесткие ежедневные задачи, а также достаточно мал и удобен для повседневного ношения. Острый край идеально подходит для тонких, острых, точных срезов, когда как зубья идеально подходят для жестких материалов, таких как дерево. Длина в раскрытом состоянии 80 мм, в закрытом состоянии длина 48 мм. Нож отлично подходит для ношения в кармане или как брелок. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона или на кошелек WebMoney. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в развернутом виде, как вы считаете, какой товар будет самым полезным из данной подборки и почему, а также написать, какой товар самый бесполезный и вряд ли пригодится на природе. Участвуйте в конкурсе и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!